Каждый проходит свой личный путь с замками из песка. Каждому хочется хоть чуть-чуть выше на полвершка. Пень иногда и на трон похож, толку что из трухи. В общем, однажды какой-то еж начал писать стихи. Он не воспринял как тяжкий груз то, что он просто еж. Он не вступил ни в один союз. Ежик, ну что возьмешь? Он присобачил свою тетрадь к веточке из ольхи, и на союзы ему плевать, просто творил стихи. Ежик не дергал блатную нить, веря в свой чистый дар. Ежик не стал никому звонить, чтобы создать пиар. И на тусовочный тарарам был как сосна глухим, а комментаторов слал к бобрам, просто писал стихи. Ежик не думал, что так нельзя, ежик писал и все. Если ты ежик, твоя стезя просто не быть лосем. Кто там чего-то лауреат, это все тлен и мхи. Пишешь, и этому очень рад, ежик писал стихи. Как оно дальше пошло в лесу, это другой сюжет. Кто-то на шубу пустил лесу, кто-то украл бюджет. Вот и союзы не те давно, в каждом нашлись грехи. А неизменное лишь одно. Ёжик творит стихи.